Уважаемые гости, компания Codeline приветствует вас. Наша сегодняшняя встреча посвящена составлению уже годовой отчетности, ну и, соответственно, декларациям. Сегодня мы поговорим про декларацию по НДСу. Вы видите на экране наши контактные данные, то есть наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине не удалось, допустим, посмотреть до конца нашу встречу, или вы не смогли, потому что неудобно для вас время, через некоторое время вы можете вернуться на наш сайт, мы выкладываем записи вебинаров, и вы сможете посмотреть и этот вебинар, и, возможно, что-то еще вас заинтересует, так что милости просим. Сегодня программа нашей встречи будет выглядеть вот таким образом. Сначала мы поговорим про коды операций при составлении декларации, и потом поговорим про, ну, скажем так, ключевые точки, которые надо обязательно пройти при составлении декларации по НДС. Собственно, это ключевые точки проверка вычетов, в частности, по компаниям, не плательщикам НДС. Проверка в книге продаж сводной первички, если вам приходится составлять такие документы. Поговорим про подтверждение нулевой ставки. Поговорим про опоздавшие документы. То есть, если у вас такие присутствуют, к сожалению, это достаточно распространенная практика. Про вычеты по агентскому НДС. Ну и немножко посвятим времени дополнительным сервисам и изменениям, которые произошли в формах регламентированных отчетов. Итак, как будет строиться наша сегодняшняя встреча? Мы с вами нормативную информацию, если так можно сказать, будем смотреть на слайдах, то есть вот как сейчас мы с вами делаем. И будем переключаться параллельно на демо-базу. Вот сейчас мы находимся в демо-базе 1С ERP. И здесь сразу хочется сказать вот о чем. Когда мы начинаем с вами готовить регламентированную отчетность, все равно по каким налогам, все равно по каким сборам, то в первую очередь нам нужно проверить актуальность нашего релиза. А проверить мы можем его вот по этой пиктограммке. Она имеется во всех конфигурациях, и в бухгалтерии, и в зарплате. И здесь нас интересует вот такая пиктограммка и с точкой в кружочке, то есть информация о программе. И мы с вами видим, что здесь указан релиз платформы и уже дальше релиз самой конфигурации. Обратите внимание, что мы с вами сегодня будем смотреть на 15-м релизе. Это один из совсем-совсем новых релизов. Был принят он 25 января. Почему это важно? Потому что некоторые аспекты, ну, например, работа с казначейскими счетами, здесь немного видоизменена, то есть немножко по-другому работают некоторые функциональные опции. И если у вас не обновленная программа, то, например, выставление, создание, точнее, казначейского счета, если вы с госконтрактами работаете, вызывает определенные трудности. В новом релизе, то есть, соответственно, и эти трудности устранены, и уже присутствуют все новые формы, которые должны применяться с 2024 года. То есть, естественно, вы этим облегчаете себе жизнь, ну, как минимум, на период дачи отчетности. Так, это мы с вами закрываем и возвращаемся снова к нашим слайдикам. Я чуть-чуть сейчас перетащу эту нашу, чтобы она нам не мешалась вот таким образом. Вот, мы с вами переключаемся обратно к нашим слайдам. Итак, начнем мы с разговоров про коды. Может быть, тема немножко, как кажется, скучная, но тем не менее, она вызывает достаточно много вопросов, и мы сейчас про них поговорим. Коды операции присутствуют в нескольких разделах декларации и выбираются они в зависимости от раздела и типа операции. На самом деле эти коды у нас собраны в приложении номер один к порядку заполнения декларации, ну и в письмах ФНС, то есть это можно найти не только в программе в конфигурации, но и
в дополнительных каких-то внешних сервисах вы можете открыть этот документ, посмотреть. Почему мы говорим про эти коды сейчас? Потому что ФНС рекомендовала новые коды операций для новых операций, которых раньше, ну, просто не предполагалось, не было и так далее. А в этом числе новых рекомендованных кодов вы видите перечисленные здесь коды, которые используются сейчас уже по существующим реалиям, если можно так сказать. То есть 10.11.225 – это если реализация турпродуктов, то есть, допустим, туроператоры ее могут использовать, и это для таких организаций уже введены в справочники, которые есть в 1С, и, соответственно, мы можем их вызвать. Как вызвать, мы сейчас с вами немножко позже посмотрим. Пока обратите внимание, какие операции предполагается, что должны быть отражены в декларации, то есть новые, которые раньше не фигурировали. Второй код, который вы видите, 10.11.722, это если вы занимаетесь реализацией цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права. Обратите внимание, то есть раньше таких даже операций у нас, ну, как бы не звучало. Следующий код это для реализации, применяется для реализации физлицами сырьевых товаров. То есть, если они были раньше вывезены в таможенной процедуре экспорта. И, соответственно, использовать его могут и ИПисты, и юридические лица. И последний код, который здесь у нас указан на страничке, это 10.11.470. То есть это тоже не реализация не сырьевых товаров и тоже связано с таможенным оформлением. То есть, как вы видите, новые коды мы уже можем использовать, рекомендованы они не зря, потому что те, кто впереди планеты всей занимается такой деятельностью, но на этом этапе как бы испытывали трудности. Где эти коды применяются, для чего они нам нужны и где их брать? Сейчас я вам хочу показать слайдик, который сделан с декларацией. Вы видите сформированную декларацию в ERP. И здесь у нас, напомню, что декларация формируется в разделе «Регламентированный учет». Это у нас самое начало декларации, раздел 2. И вот у нас строка 70, код операции. И при заполнении этой декларации мы выбираем перечисленные коды вот в этом вот окошечке. Сейчас мы с вами переключимся на конфигурацию. Вот, и так это мы закроем, нам пока это не нужно. Не нужно нам этих изменений. Так, а смотрим мы с вами вот что. То есть переходим в раздел «Регламентированный учет». И здесь у нас есть раздел 1С отчетность. Вот тут хочу сразу напомнить вам, что 1С отчетность это не только название блока, но и название сервиса. То есть блок нам всем хорошо знаком, мы с ним работаем регулярно, а вот дополнительный сервис – это 1С отчетность, которая позволяет обмениваться информацией напрямую с сайтом налоговых органов. То есть, если вы работаете через оператора ТКС, например, СБИС, Астрал, Контур и так далее, то у нас обмен происходит каким образом? Мы создаем какой-то отчет, выгружаем его во внешний файл, и внешний файл передаем нашему оператору. И оператор уже по своим каналам передает ее на сайт налоговикам, ну и, соответственно, ответы в аналогичном порядке потом пересылает нам. В принципе, те, кто достаточно давно работают, уже привыкли, то есть это как на уровне рефлексов. Но, тем не менее, поскольку сейчас в прошлом году было достаточно серьезное изменение сроков по некоторым отчетам, ну, например, военкоматы по НДФЛ, по воинскому учету,
у них сроки изменились. То есть, например, в военкомат мы раньше задавали отчетность по кадровым мероприятиям в течение 2 недель. Сейчас этот срок сократился до 5 дней. А кадровые отчеты в налоговые органы мы вообще должны представлять на следующий день. То есть, естественно, в таких условиях каждый лишний день, который тратится, например, на пересылку вот этого вот файлика, это уже может иметь критическое значение. А, кроме того, с сервисом 1С отчетность связаны и некоторые другие данные, то есть, например, работа с личным кабинетом по единым налоговым платежам. Поэтому, в общем-то, стоит уделить этому внимание. Запускается сервис очень несложно, то есть, когда мы переходим, например, ссылкорегламентированные отчеты, приведет нас в журнал уже составленных отчетов, и при этом программа не забудет себя похвалить. То есть, вот видите, всплывает рекламка, и программка себя хвалит, какая она умничка, как она прекрасно умеет работать. И вот подробнее об этом сервисе, то есть сервис 1С отчетность, мы можем здесь почитать и подключиться. В общем-то, здесь даже не требуется присутствие сисадминов, можно просто грамотному пользователю подключиться самостоятельно. Естественно, этот сервис у нас требует либо подписки ИТС, то есть ИТС у нас может быть техно, а может быть проф. Вот если у вас подписка ИТС проф, то вы можете подключиться к 1С отчетности, одно юрлицо может подключиться бесплатно. Если у вас техно, то, соответственно, эта функция у вас доступна будет за дополнительную денежку. Ну, денежка такая, скажем, достаточно адекватная. То есть, например, сопоставима со стоимостью сервиса, например, проверка контрагента. То есть на год это 4 800. Ну, зависит от количества лицензий, сколько вы берете. Но, в принципе, если разделить на 12 месяцев, то сумма получится вполне себе дружественная. Так, и здесь у меня вот перечень документов, которые я уже сформировала. То есть, естественно, поскольку мы с вами говорим про декларацию по НДС, я сейчас ее хочу сформировать. Через кнопочку «Создать» я выбираю нужную мне отчетность. Но обратите внимание, то есть в этом журнале отражается отчетность, которую я уже либо составляла, либо выбрала дополнительно. И сейчас у меня здесь единственное заявление о ввозе товаров. То есть на самом деле мне просто надо перейти на закладочку «Все» и здесь уже выбрать нужную мне отчетность, которую я хочу сформировать. Значит, в нашем случае это декларация по НДС. Мы смотрим. Вот она у меня, декларация по НДС. Я могу либо нажать «Выбрать», либо прямо здесь нажать запуск формирования. Ну, пусть у меня будет, например, Chrome Resource. Я создаю декларацию за 4-й квартал. В принципе, она уже должна быть создана, то есть уже должна быть сформирована и отправлена, но, тем не менее, я на ней, скажем так, упражняюсь. И вот у нас с вами сформировалась декларация. Я, поскольку у меня данные все здесь присутствуют, по-хорошему надо было нажать, давайте мы сейчас так и сделаем, на клавишу «Заполнить». В этом случае автоматически заполняется этот у нас расчет. Ну, я пишу «Заполнить» и «Сохранить». Вот он у меня сохраняется в журнале. И интересует нас сейчас вот что. Мы с вами снова вернемся к слайдикам. Я специально делаю шаги и комментирую, чтобы у кого зрительная память лучше, у кого как, закрепилась. То есть раздел номер 2, то есть начало нашей декларации. И здесь у нас поле 70, 0,70. Значит, в этом случае мы вот так с вами идем. И раздел номер 2. Открываем. Вот наш раздел.
То есть, естественно, если у вас какие-то данные здесь уже есть, то они сюда должны заполниться. Напоминаю, что зеленое выделение – это то, что заполняется автоматически. Желтое выделение – это то, что мы должны заполнить ручками. И вот наша с вами строка 070, код операции. То есть, как вы видите, она имеет зеленую заливку. То есть она должна содержать сведения. Вот они, наши коды. То есть вот перечислены коды, которые мы с вами уже немножко посмотрели на слайдике. Ну вот как бы в каких случаях какие коды применяются. То есть, естественно, если вы начали в этом году применять какие-то новые бизнес-процессы, то вам нужно проверить, какой код для этого выбрать. Но обратите внимание, то есть здесь у нас уже обработанная информация подается, и если у меня код операции пустой, то это значит, что либо я при формировании документа не использовала нужный код, ну, либо у меня бизнес-процессы не изменились, и каких-то новых вариаций у меня не произошло. Ну, и, естественно, если я не сделала их своевременно в документах первичных, то мне нужно, здесь я могу выбрать код из списка, но мне нужно будет вернуться в документ, там, конечно, этот код поправить, чтобы у меня уже в дальнейшем все формировалось правильно. Снова возвращаемся к нашим слайдикам. И это мы с вами рассмотрели раздел номер 2, то есть где у нас встречаются коды операций. Это не единственное место в декларации, где у нас эти коды встречаются. На самом деле у нас несколько таких мест, и коды присутствуют разные. Посмотрим, что у нас еще есть. То есть коды операции в разделе 2, это то, что мы с вами только что смотрели. Значит, здесь у нас коды, которые используются при покупке товаров, работы, услуг. Ну, это наиболее распространенные коды. Обратите внимание, что 10.11.703 – это аренда, ну, или покупка муниципального имущества. То есть, ну, эти коды мы можем посмотреть в справочнике, в дополнительной литературе. То есть здесь мы просто их как бы скомпоновали в более читаемый вид. Но коды, которые действуют при продаже товаров, работ и услуг, и другие коды, которые используются, ну, уже более редко, но тем не менее, все-таки они используются, и мы должны проверить, что, а вдруг у нас есть какая-то хитрая операция, про которую мы не посмотрели своевременно и применили не тот код. И в этом случае будет просто некорректно составлена декларация. Второе, следующее место, то есть это уже применение в другом разделе. В этом случае мы с вами смотрим раздел номер 3, приложение номер 1. Сейчас мы переключимся на демо-базу. Так, и смотрим раздел 3, приложение номер 1. Здесь у нас восстановление и уплата в бюджет за истекший календарный год или предыдущие календарные годы. И здесь у нас с вами код операции, тоже есть код строки 020. Вот он. И точно так же, как и там, мы переходим сюда и можем здесь из имеющихся справочников выбрать нужные коды. То есть те, которые используются при таких операциях. Мы с вами вернулись на слайдики и как бы комментарий к этому, какие коды используются. В основном это коды, которые используются при операциях с основными средствами, то есть либо покупка, либо модернизация. Обратите внимание, потому что с основными средствами у нас было много изменений. Были и новые ФСБУ приняты, и поправки к этим ФСБУ. Так что вот основным средством, к сожалению, до сих пор приходится применять повышенное внимание. Следующий момент, где коды у нас используются,
Это другой раздел, то есть это раздел с 4 по 6, как вы видите вот на слайдике. То есть здесь точно по такой же схеме у нас есть операция, код операции строка 010 и список значений, которые можно выбирать, но которые, естественно, надо проверить на предмет соответствия вашим реалиям. Переключаемся на нашу декларацию и раздел номер 4. Ну вот, допустим, когда мы применяем ставку 0, которая подтверждена. Мы помним, что нулевая ставка – это у нас экспортная операция, которую мы должны подтверждать в налоговых органах. И после того, как они подтверждены, мы можем уже применять ставку 0%. Коды операции мы вызываем точно так же. То есть вот наши справочники, в которых коды указаны. И обратите внимание, что разделы 4-6, то есть и в пятом разделе у нас такая же ситуация, и в шестом разделе, то есть у нас код операции, видите, точно так же здесь присутствует. То есть коды одинаковые, только в разных разделах. Следующий момент. Так, то есть это 4-6 мы с вами посмотрели. И обратите внимание, здесь есть небольшая, ну, как бы ссылочка, что для каждой операции по нулевой ставке может быть несколько ситуаций, и вы для такой ситуации есть свой код. И для разделов 4, 5 и 6 коды одни и те же, которые, ну, условно можно, конечно, разделить на группы, то есть для экспорта товаров, для товаров, помещенных под процедуру свободной таможенной зоны, для реэкспорта, перевозки, транспортировки нефтепродуктов и нефти, ну и, соответственно, реализация других товаров. То есть вот здесь нужно быть особенно внимательным и смотреть, какие коды подходят именно вашей ситуации, вашему случаю. И обратить внимание еще вот на что. То есть если у вас идет возврат товаров, ну, либо отказ от услуг, то в этом случае коды другие. То есть отдельно предусмотрены коды для корректировок в таких случаях. Корректировки мы с вами делаем, если у нас, допустим, изменяется цена, или мы возвращаем товар, отказываемся от услуг. Ну, то есть, когда какие-то такие экстремальные события происходят в нашем бизнесе. И последний раздел, когда мы будем с вами обращать внимание на коды. Это декларация раздел 7 и дальше 8, 9. То есть здесь у нас строка, как вы видите, код операции тоже присутствует. Тоже есть справочник, из которого мы можем выбрать значение. Если мы, допустим, при проведении операции были невнимательны и, ну, не посмотрели, что автоматом подставилось. Принцип точно такой же. И дальше, как вы видите, по 7, по 8, 9, 10, 11. То есть, поскольку принцип один и тот же, мы выбираем коды в зависимости от операции, которая у нас происходит. И здесь уже затрагиваются операции, которые освобождены от НДС по какой-то льготной категории, то есть, например, по 149 статье. То есть, либо операция не является налогообложением, либо территория реализации не признается РФ, то есть, ну, соответственно, обращаем в первую очередь внимание на состав операции и на ее смысл. А вот разделы 8.11 указываются те же коды, которые у нас попадают в книгу покупок и доп. Листы к ней.
Ну а в приложении 9 мы, естественно, используем книгу продаж. То есть коды для разделов 10 и 11 указываются те же самые, что были в журнале учета счетов фактур. То есть здесь, как вы видите, повторяются коды, и нужно только очень внимательно оформлять первичные документы. Считаем, что коды мы с вами проверили, то есть геройски победили, и в декларации у нас отражаются все правильные коды. На что еще мы должны будем обратить внимание? На самом деле, сейчас действует очень интересный сервис, который мне хочется вам показать. То есть это налоговый сервис у налоговых органов и сервис для проверки счетов фактур. То есть, во-первых, это позволяет, конечно, избежать ошибок при формировании счетов фактур, но, естественно, потом при записи их в книге покупок, в книге продаж тоже избежать таких проверок. Но самая, как бы, так, вкусняшечка у нас находится вот в чем. То есть, по этому сервису мы можем проверить наши счета фактуры. Сервис не новый, он как бы с 2015 года действует, но вот вы видите основной интерфейс. И здесь у нас есть возможность работать и с группой. То есть не поодиночке проверять счета фактуры, а проверить их в групповом формате. Информация здесь актуальна, она обновляется автоматически. Как вы видите, вот сейчас, допустим, информация актуальна на 30.01.2024 года и по юрлицам, и по физическим лицам, то есть по предпринимателям. И если мы немножко дальше спустимся в этом сервисе в окошке, то там можно проверять групповое проведение. Нужно только указать период, за какой период и что мы хотим. Следующий момент, что обязательно нужно учесть при составлении декларации, это проверить. Потому что, может быть, по каким-то счетам, фактурам вы не заявили вычет. Причины могут быть самые разные, и опоздали документы, еще что-то, или были какие-то нарекания к представленным документам, хотя сейчас этот пункт уже не особо актуален, потому что все счета фактуры передаются в электронном формате, и, допустим, сослаться на отсутствие документов мы чаще всего теперь не можем, потому что они выставляются одновременно в электронном формате и передаются в налоговые органы в составе электронной отчетности. Но, тем не менее, все-таки бывают достаточно нелепые ошибки, за которые можно, в общем-то, поплатиться штрафом. Ну, например, если вы при продаже не составляете счета фактуры. Например, если вы проводите реализацию физическим лицам и, соответственно, не записываете эти счета фактуры в книгу покупок или книгу продаж, то в этом случае вам могут предъявить обвинение в том, что вы допустили грубое нарушение правил учета. Вы видите ссылку на нормативный документ, и грубое нарушение правил учета ведет начисление разных штрафных санкций, вплоть до того, что может быть дисквалификация сотрудника. Поэтому на такие вещи нужно обращать внимание. Итак, мы проверяем счета фактуры, по которым мы еще не заявляли вычет, то есть не ставили их в декларацию, но у нас еще срок, так сказать, годности счета фактуры не прошел, то есть не прошло 3 года с момента составления этой отчетности, этого документа, вернее. И мы с вами в течение этого периода можем спокойно принимать к вычету данные документы, ну и НДС, который в них указан.
Здесь у нас с вами еще нужно обратить внимание на сводные данные. То есть, если мы продаем товары физическим лицам, например, или не плательщикам НДС, и они говорят, что ну, мы не плательщики НДС, нам счета фактуры не нужны. Вот в этом случае мы можем использовать документы со сводными данными. Регулируется правила работы со сводными данными. Это у нас, вы видите, ссылку на документ, который уже достаточно давнешний, то есть на ссылку документа 2016 года, но тем не менее. И, соответственно, данные, которые мы по сводным формируем документам, у нас должны отражаться и в девятом разделе, то есть книги покупок, книги продаж. Вы видите, здесь указана у нас информация, чему должны соответствовать, ну, как себя проверить, то есть какие графы должны соответствовать каким строкам. Из небольших новшеств, которые коснулись НДС в этом году. То есть на разных информационных ресурсах налоговые органы напоминали, что начиная с первого квартала 2024 года, не с годовой за 2023 год, а первый квартал 2024 года, нулевая ставка при экспорте в обязательном порядке будет подтверждаться электронными реестрами. То есть точно так же, как и обычные реестры с счетами, фактурами по реализации и по возмещению, необходимо будет подтверждать электронными реестрами нулевую ставку. Здесь тоже достаточно такая бородатая история. То есть закон 549 ФЗ, который ввел это требование, был подписан еще в конце 2022 года. А вот в части электронных реестров при нулевой ставке вступает в силу действие этой части только теперь. И, соответственно, кроме этого, в электронный реестр еще теперь будут включаться сведения о контракте, то есть из контракта. Эти реестры могут быть поданы с декларацией НДС за первый квартал. Обратите внимание, что впервые эти электронные реестры могут быть поданы с декларацией за налоговый квартал, за первый квартал 2024 года. И формы этих реестров у нас будут доступны в сервисе офис экспортера, который будет доступен начиная с марта 2024 года. Сервис очень интересный, обратите на него внимание, потому что жизнь он облегчит очень серьезно. Дальше у нас на очереди агентские НДС. И вот по нему-то правила как раз у нас изменились. То есть раньше, если мы приобретали какие-то товары или услуги у иностранного поставщика, то мы должны были одновременно с выплатой денег иностранцу перечислить агентский НДС в бюджет. Сейчас такой ситуации денег иностранцу не нужно, то есть если мы заплатили ему деньги, то перечислять в бюджет агентский НДС не нужно. Теперь мы в каждом случае это делаем только на основании декларации, и сроки в этом случае будут общие. То есть не надо бежать впереди паровоза и тут же платить эти средства в бюджет. Достаточно теперь это сделать в общие сроки одновременно с подачей декларации. Еще один вопрос касается того, что если у вас, например, есть незаявленные к вычету счета фактуры, то когда безопаснее, если можно так сказать, проводить по ним операции, то есть когда заявлять вычет, чтобы, естественно, и не потерять право на вычет, и ну, как бы не осложнить себе жизнь. Как вы видите, у нас информация разбита на три шага. То есть шаг первый – это мы заявляем вычеты по предоплате
и по операциям, где мы выступали налоговыми агентами. Обратите внимание, такие вычеты нельзя дробить, поэтому нам лучше такие счета фактуры в полном объеме брать к возмещению. Шаг номер два. Если у нас есть вычеты по основным средствам или оборудованию к установке, ну и нематериальным активам также, то есть в этом случае их дробление вызывает обычно много споров, и, ну, как бы, конечно, лучше стараться не дробить такие вычеты. Но раз уж все произошло, то это нужно делать во вторую очередь. И шаг номер три – это когда мы заявляем вычет по работам, товарам, услугам. Ну, здесь уже, если это не основные средства и не налог, и не агентские НДС, то здесь дробить их безопасно. Ну, естественно, мы можем здесь уже проявить творчество и принимать те дробные части, которые мы с вами сделали. То есть здесь опасность минимальная. Еще немножко нормативных, так сказать, нормативной информации. Это изменения НДС по прослеживаемым товарам. По прослеживаемым товарам у нас с вами тоже были изменения. На самом деле они начались еще в 2023 году. Но, тем не менее, с октября месяца, то есть уже конец года, и мы должны отражать в счете фактуре еще и стоимость прослеживаемого товара. То есть при этом не только товаров, но и, ну, если мы выполняем какие-то работы и так далее. То, естественно, в книге покупок и в книге продаж это тоже должно быть отражено. То есть добавляется колоночка со стоимостью. И поскольку здесь сейчас, ну, скажем так, как обычно, век перемен, то есть форма счета фактуры была недоработана сразу под новые требования, и поэтому было комментарий, письмо налоговой инспекции от 26 сентября о том, что можно использовать пока как переходный период, использовать старые требования, то есть форму счета фактуры. Но поскольку это, как вы видите, сентябрь, сейчас уже ситуация немного изменилась, поэтому просто будьте внимательны и аккуратны. Сейчас мы с вами снова переключимся на нашу демо-базу. Так, сейчас нам декларация больше не нужна будет. Как вы видите, я сформировала декларацию по, ну, виртуальным данным, то есть у меня просто у данного юрлица не было операций, которые могли быть сюда заполнены, поэтому программа у меня ругается, то есть не пишет «обнаружены две ошибки, препятствующие отправке декларации». Но ошибок проверки контрагентом сервисом ФНС тоже нет, то есть вроде как я зайка и все нормально сделала. Так, я записываю декларацию. На экране она мне больше не нужна. Как вы видите, в журнале отчетов у меня появилась новая запись. То есть я при создании выбрала декларацию по НДС для отражения в этом реестре. И теперь вот еще что хотела сказать. Сервис проверка контрагентов у нас, в общем-то, наиболее, наверное, востребовано при составлении декларации по НДС. Ну и, соответственно, когда мы заключаем новые договора и новые какие-то документы с нашими, ну, что с поставщиками, что с покупателями. То есть сервис проверка контрагента у нас бесплатный для одного юрлица в рамках подписки ТС Техно, о, ТС Проф, извините, и ТС Проф, и ТС Техно, там за дополнительные деньги в течение года. На самом деле сервис очень удобный.
У нас, как вы знаете, есть несколько сервисов по проверке контрагентов. И есть сервисы, которые предоставляют, например, журнал «Главбух», некоторые другие информационные ресурсы. В этом случае они все предлагают, что купите нашу подписку, оформите подписку на наши журналы, и несмотря на то, что, в общем-то, сам по себе сервис удобный, он все-таки стоит гораздо больше денег, чем вот 1С проверка контрагента. При этом сведения берутся из официальных источников, то есть ИГРЮ, ИГРИП и так далее. И на что хочу обратить внимание, прежде чем мы дальше продолжим, это на сервис «Личные кабинеты». Личный кабинет у нас есть и в разделе «Заработной платы». Там у нас есть личный кабинет сотрудника. По нему сотрудник может посмотреть свои расчеты, например, сформировать расчетный листок, ну и получить справки, наиболее часто употребляемые в документообороте. А то есть, например, справка 182-го, 182-й формы, НДФЛ и так далее. А вот этот сервис, который у нас в разделе 1С отчетность, личный кабинет, это уже личный кабинет наших юридических лиц, соответственно, либо налогоплательщик юрлиц, например, либо личный кабинет ИП. То есть в этом случае здесь у нас проверяются все сведения регистрационные. Обратите внимание, что в этом случае очень важно, например, соответствие ИНН и КПП для юрлиц, ну, поскольку КПП для ИПистов у нас не существует, то мы говорим с вами про юридические лица. Важно это почему? Потому что если у вас КПП, то есть если у вас есть какие-то обособленные подразделения, то при составлении декларации по НДС нужно обязательно все это дело проверить и учитывать, что эти данные актуальны или нет, или, может быть, у вас уже что-то изменилось. Ну и на самом деле очень важный сервис это СФР, то есть Социальный фонд России, это бывший ФСС и бывшие пенсионные. То есть сейчас вот по этой ссылочке «Личный кабинет» мы можем попасть в личный кабинет юрлица, где отражаются проведения проверок, начисление штрафных санкций и так далее. А вот по этой ссылочке мы с вами попадем в личный кабинет по работе с электронными листками нетрудоспособностями, нетрудоспособностями, кодами по АКВЭД, ну, в общем, короче, по всему соцпакету. Как вы знаете, у нас в этом году, в 2024-м, работа только с электронными листками нетрудоспособности, соответственно, только с прямыми выплатами. Сейчас у нас практически 100% перешли на прямые выплаты, то есть работодатель платит 3 дня, а дальше в игру вступает объединенный фонд, и дальнейшие выплаты уже осуществляются напрямую вашим сотрудникам без участия, так сказать, юридического лица. То есть предприятие не несет расходов по оплате больничных листов и так далее. И на две ссылочки еще хочу обратить ваше внимание. То есть это ссылочка статистики. Как вы знаете, ну, фактически с 2022 года, а практически с 23-го статистика у нас стала применять штрафные санкции на практике. До этого, в общем-то, декларировалось, что она может применять штрафы, но обычно происходило более в мягком формате, то есть статистика звонила, говорила ай-яй-яй, ну пришлите любым удобным способом. Ну и, в общем, удавалось обходиться без штрафных санкций. С прошлого года штрафные санкции стали реально применяться и достаточно большие. То есть, если у вас вы пропустили какие-то отчеты, сроки, например, то есть за нарушение сроков и за непредоставление какой-либо отчетности, статистика имеет право вас оштрафовать на сумму до 70 тысяч.
При повторном правонарушении сумма штрафов увеличивается до 150 тысяч. И согласитесь, такие штрафы платить очень обидно, потому что достаточно просто перейти вот по этой ссылочке на сайт статистики, ввести свой ИНН и посмотреть, какие отчеты должны сдавать ваше предприятие, потому что изменений статистика внесла тоже очень много, и много выборок, по которым ваше предприятие должно сдавать отчеты, которые раньше, например, оно не сдавало. Поэтому потратьте 10 минут, сходите на сайт и посмотрите, что вы должны сдавать в этом году, чтобы сохранить, в общем-то, свои денежки. И еще один очень удобный сервис – это вот Банк России. Что это такое? То есть многие предприятия имеют какие-то кредитные продукты. Кредитные линии, овердрафты, ну что-то, какие-то займы от банков и так далее. Естественно, кредитные отделы банков требуют определенные отчеты с регулярностью, ну, в среднем где-то раз в квартал. Вы должны представить им, например, расшифровки ОСВ по основным средствам, по товарам, материальным ценностям, там, по дебиторам, кредиторам и так далее. То есть вы должны с определенной периодичностью готовить для них пакет документов. Так вот, Банк России позволяет этот, к сожалению, у меня просто, поскольку придуманные в демо-версиях придуманные данные и про банки, и про счета, просто у меня сейчас этот сервис недоступен, а на самом деле на самом деле упс, извините, не туда перешла. В общем-то, потратить время, собрать по комплект документов, этот комплект отразится в вот этом сервисе. То есть это сохраняются документы, которые вы отсылали. То есть раньше это решалось на уровне фантазии, там, допустим, бухгалтера или главного бухгалтера. Сейчас это немножко более централизованно, то есть, соответственно, ну, больше возможностей. И мы с вами говорили про НДС и счета фактуры для прослеживаемых товаров. И вот еще немножко информации тоже по этому поводу. То есть изменения у нас были. И вступают они в силу с 18 января. То есть обратите внимание на дату. То есть и не начало года, и не... Ну, то есть дата такая, ну, в общем-то, не запоминающийся. То есть 18 января 2024 года в системе прослеживаемости у нас начинают действовать новые правила. Они 18 января, то есть это берется через месяц после даты публикации. И на самом деле изменения, которые закрепляет вот этот вот документ, постановление правительства. Это вносится изменение в перечень операций с прослеживаемыми товарами. То есть сюда добавлена передача либо получение таких товаров в составе услуг, монтажа и так далее. То есть корректировки, которые у нас возникли с уведомлениями налоговых органов об остатках продукции, которая подлежит проследованию, прослеживаемые товары. И, собственно, мы должны уведомлять налоговиков о перемещениях таких товаров с территории России в страны ЕАЭС. То есть до того, как перемещение совершено не постфактум, а до того. И еще вот здесь вот хочется сделать напоминание о том, что вот видите на экране эту памятку с 1 октября 2023 года. Мы должны стоимость прослеживаемых товаров отображать и в счетах, фактурах. Это документы, которые мы должны составлять только в электронном виде и, соответственно, подавать в налоговую инспекцию.
Если вы работаете через оператора ТКС, то это по электронному документообороту. Если вы используете, например, сервис все-таки 1С отчетность, то напрямую сразу в налоговые органы. И такие правила вступают в силу с 18 января, как я уже сказала. Снова вернемся к нашим Так вот, снова вернемся к нашей демо-базе ERP-шной. И мы с вами были в разделе «Регламентированный учет», и, соответственно, говорили с вами про личные кабинеты. Еще хочется обратить ваше внимание на пару дополнительных сервисов. То есть в связи с тем, что у нас по налоговым платежам, по уведомлениям получилось по НДФЛ, мы обязаны сдавать два уведомления. То есть до Нового года это можно было делать в добровольном порядке, после Нового года это уже делается в обязательном порядке. То есть организация сдает два уведомления по НДФЛ, то есть за первую половину месяца и за вторую половину месяца. И в этом случае у нас в разделе «Единый налоговый счет» – это раздел «Регламентированный учет», вот «Единый налоговый счет» – появились два интересных сервиса. То есть, во-первых, это личный кабинет и по личный кабинет единого налогового счета. То есть при работе с этим сервисом, ну, например, вот мы возьмем деловой союз. То есть, соответственно, если вы подключились к сервису 1С отчетность, то в этом случае вам становится доступным и этот сервис, это личный кабинет по работе с единым налоговым счетом. И в общем-то, используя этот сервис, вы можете, ну, и смотреть начисления и производить другие операции по единому налоговому счету. Удобная вещь, поэтому, в общем-то, рекомендуем воспользоваться. Ну, поскольку практически сейчас уже все работают через единый налоговый счет, помощник перехода на единый налоговый счет, наверное, сейчас не настолько актуален. А вот корректировки расчетов по налогам, вот этот сервис, в общем-то, может быть вам полезен. То есть мы переходим в журнал корректировок, и если мне требуется создать какие-то новые создать какие-то новые записи, то я, соответственно, выбираю, какой вид начисления, вид операции я должна, ну, допустим, корректировка счета. И дальнейшее уже как бы корректирую в зависимости от того, что у меня, чего мне необходимо добиться, скорректировать, например, какие-то другие показателей. Но в связи с этим хочу напомнить, что опять же с прошлого года у нас расчеты, платежи по НДФЛ имеют приоритетное значение. То есть, если, например, у вас на налоговом счете есть сумма 5000 рублей, а вы должны заплатить 5000 НДФЛ, и вы направили уведомление, что у вас еще, например, там каких-то дополнительных налогов еще на 1500, то в этом случае списание НДФЛ у вас произойдет в приоритетном порядке, и спишется вся сумма на НДФЛ. И уже только в оставшуюся очередь, если что-то у вас осталось на счете, то будут списаны и остальные сборы, налоги и так далее. Раньше было, что, допустим, я могла указать, что я хочу, чтобы на НДФЛ там 3000 заплатили, на это столько-то, на это столько-то. Сейчас нет, сейчас НДФЛ у нас в приоритете. Обратите на это внимание. Так, это мы с вами сейчас закроем.
И еще пару моментов. Это в связи с изменениями в прослеживаемые товары. То есть мы с вами посмотрели, что у нас есть по единому налоговому счету. Я вам рассказала про личный кабинет. Посмотрите информацию. Я думаю, что многих она заинтересует, потому что это реально наглядная хорошая помощь. И еще у нас вот здесь вот есть в разделе «Сервис» ссылочка на учет прослеживаемых товаров. И, соответственно, в этом случае, если мы по этой ссылке переходим, то мы с вами попадаем, в общем-то, это знакомый интерфейс по моменту, когда вы переходили только на уплату единого налогового платежа и работу с прослеживаемыми товарами. То есть, соответственно, при переходе по каждому этому пункту, по каждой ссылке, открывается возможность по гиперссылке перейти в нужный раздел. И если вы, ну, допустим, сомневаетесь, то такая пиктограммка, вопросительный знак, это контекстная справка, которая подсказывает, что это такое. То есть, в общем-то, очень удобно, это просто быстрый переход в раздел по прослеживаемым товарам, находится он в разделе «Регламентированный учет» в сервисе. Ну, еще что может помочь, что, в принципе, достаточно часто используется при подготовке отчетности и декларации по НДС. Это помощник формирования книги учета доходов и расходов. Обратите внимание, это упрощенка. Но если вдруг вы выставляли кому-то счета фактуры, то в этом случае стоит проверить и этот раздел. Итак, мы с вами снова возвращаемся к нашим слайдам, и мне хотелось бы вернуться к нашему самому первому слайду, вот к этому, чтобы показать вам еще раз наши контакты. К сожалению, наше время подходит к завершению, и мне хочется поблагодарить вас, во-первых, за время, которое вы нам уделили, за интерес к нашим встречам, и пригласить к сотрудничеству. То есть мы выполняем весь спектр работ, и внедрение, и настройку, и дополнение, то есть адаптацию программы к вашим реалиям. Поэтому будем рады оказаться вам полезными. Обращайтесь, мы будем очень стараться, чтобы у вас осталось и хорошее впечатление, и ваши задачи в бизнесе были решены и быстро, и корректно. Всего доброго, хорошего вам дня. Компания Кодерлайн прощается с вами.